Привет! Сегодня я расскажу о волшебной картинке. Вот такой набор. Тут наливается вода и две кисточки. Сейчас мы почитаем инструкцию. Добавь воду в волшебную ручку. Проведи волшебной ручкой по картонке и появится картинка. Через несколько минут картинка исчезнет. Рисуй снова и снова. Сейчас мы ее откроем. Вот палочка. И сама картинка. Тут нарисовано, что может быть еще. Сейчас мы пойдем в эту штучку набирать воды. Мы набрали воды. Тут у нас идет такая кисточка. Тут водичка наливается. Пробуем. Лапка. Движение получается вот такой рисунок. Красивый. И бабочку. Бабочка у нас становится вот такая. Теперь белочку. Вот и все. Потом этот рисунок исчезает. Всем пока!